сеть супермаркетов «Класс» и «Рост», которые являются достаточно большими лидерами на харьковском рынке, отказались дать подобную информацию. Это говорит о том, что кроме «Восторга», который имеет два супермаркета, серьезного супермаркета, остальные – это АТБ, новая торговая сеть и Сельпо являются все-таки небольшими супермаркетами с небольшим ассортиментом. Выводы в этой таблице сделаны на основании этого супермаркета. На основании этих супермаркетов. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, что же едят наши люди на сегодняшний момент на 572 гривны. Это составляет 50% в среднем от минимальной зарплаты, от минимальной пенсии. Это 3 килограмма хлеба, это 2,5 килограмма другого вида хлеба, опять хлеб 2,5 килограмма, и мы это все суммируем на сегодняшний момент, 7 килограмм, почти 8 картошки, 5 килограмм яблок. Это что, ассортимент Великой Отечественной войны? Я хочу, чтобы мы просто понимали, что же они едят на половину своей пенсии, на половину своей зарплаты. И считаем ли мы, что это нормальные цены на сегодняшний момент в Харькове? Поэтому я просто хочу, чтобы мы не успокоились на этом моменте, что у нас хорошие цены, у нас нормально люди питаются и все остальное. Вот это повод работать с супермаркетами, с рынками и со всем. Совсем. Кроме этого, я не понимаю среза по Харьковской области. Это вопрос в основном по Харькову. Я думаю, что там еще проблемнее в этом плане с ассортиментом. Сюда даже мизерно входят какие-то макароны и все остальное. То есть люди сидят на картошке, хлебом и яблоке. Это в 21 веке сегодня, на сегодняшний момент. Поэтому я бы хотела, чтобы мы сегодняшнее совещание, извините, пожалуйста, да, Игорь Львович, вот провели в этом плане, да? Мы можем что-то для этого делать или не можем? Мы можем заставлять супермаркеты не просто давать какие-то данные, а все-таки говорить о тех отделах, о которых мы с вами говорили для социальных слоев населения. Будет эта программа, не просто мы будем заседать и писать бумаги, а мы увидим когда-то через 2 недели, что это появится. Мы в состоянии это сделать или не в состоянии? Если нет, тогда мы будем получать с вами все время вот такие вот срезы. Спасибо всем большое.